Дорогие друзья, мы обращались с просьбой помочь кошке с котятами. Вот Катя их сейчас сняла. Они растут. Значит, вот пакетики Брит. Это два с того десятка, которые я покупала вот на тех выходных. Вы знаете, они дорогие, по 90 рублей. Вот я купила весы, чтобы взвешивать котят. Как они кушают хорошо полностью или не доедают. Ну и другим нужны весы, когда там на глисты таблетки даешь и так далее. Это с ваших денег. Вот куда пошли эти деньги. Ну это же не две коробочки. Это я уже второй раз заказываю. Первый раз 15, сейчас 10. Я добавляю вот в такие разные пакетики. Вот они едят. Это ест кормящая кошка. Вот кормящая. Потому что у нее молока фактически там нет в сиськах. Только благодаря питанию она вытягивается.